Да, честно говоря, после перерыва стартовать, конечно, сложно. И нужно было собраться, тем более это был старт за команду нашу, улетный взлет. Поэтому переживания были еще больше, чем за просто свой результат. Но сегодня все получилось, удалось. У меня была замечательная лошадка Камияки, и она очень старалась и помогла мне в этом очень сильно. На самом деле, я считаю, что поддержка нашей команды – это практически 50% результата. Потому что, когда ты понимаешь, что за тебя болеет просто практически полтрибуны, куча народу все переживает, это очень сильно ощущается и помогает достигать лучшего результата. Ну, так как сегодня я выступала один раз, и это было в зачет и Максима Мастерс личного, и Максима Мастерс Тим, за свой личный результат я вообще не переживала. Я думала только о командном результате. Но то, что еще и в личном удалось хорошо выступить, это, ну, приятно и плюс.